Накануне из региона отправился очередной груз для спецподразделений Тюменской области, которые находятся в зоне СВО. Об этом в своем телеграм-канале написал Александр Мор. Бойцы получили демисезонную форму и берцы, шапки, термобелье, дождевики. Губернатор отметил, таким образом все подразделения «Тайга», «Тобол», «Сибирь», «Росгвардия» и «Ишимский инженерно-саперный полк» перешли с летнего на осеннее обмундирование. Кроме того, формированием переданы квадрокоптеры, прицелы различных модификаций, рации, медицинское снаряжение и хозяйственное оборудование.